Так. Продолжение банкета происходит. Я тут немножко за кадром пофармил. И мы наконец-то выучили новый кабинет, который называется округляторская. Но стоит он нормально денег, поэтому придется немножко опять пофармить. Ибо на него немножко не хватает денежек. Я не хочу брать кредиты и влезать в ипотеки. Я знаю, сейчас будет куча дохлых, но это ничего страшного. Это мы легко поправим, когда построим кабинет. Вот, кстати, уже это можно делать. 5 на 3! 1, 2, 3, 4, 5. Воу. Нихрена себе. Штуковина. Нормально. Нормально, такая штуковина, я вам скажу. Так, это тоже надо расположить. Окей. Сейчас я еще поржу, если сюда требуется отдельный чувак. Вот я прям сильно поржу. Ну, в смысле, он по-любому требуется, вопрос только какой. И сюда требуется врач. Врач, я так полагаю, со скиллом округления. Да? Нет? Сейчас я... Я даже не знаю. Если у меня теперь такой скилл здесь. Да, твою мать. А, серьезно? Тогда мы всем запрещаем и нанимаем нового округлятора. Вот в идеале бы, конечно, пустого найти. Но пока нет пустого. Сейчас найдем кого-нибудь. О, у психа проблемы. У психа серьезные проблемы. Нужен псих. Если будет псих, найму психа, построим кабинет. Вопрос только где и куда и когда. Нету места. 60 тысяч следующий участок, кстати, хороший. Очень даже. Участочек-то прям нормальный. Денег бы. Ну ладно. Сейчас, сначала округлятора. 14 дней до следующего мудилы. Да, аппаратище прям нормальный такой, большой. Еще переломное требуется. Блин, ребята, вы... Вот они всегда так. То ни хрена, то до хрена. Еще и больница в долгах. И они еще носятся что-то там. Почему-то носятся они. И у психа какие-то проблемы. Вот, я не очень понимаю. А где псих? А, он, наверное, отдыхает. Ну, ты время выбрал, конечно. Да, нормальное время, нормально. А вот и псих подъехал. И куда мне кабинет поставить? Я вообще не представляю. Ох, беда, ох, беда. Так, ладно, ты псих, значит, ты псих. А иди пока поокругляй, а. Слушай, чувак, давайте он сейчас попробует кого-нибудь вылечить. Вот. И потом, если у него получится, он хотя бы с очередью разгребется, а потом мы ему психокабинет поставим. Может, даже сейчас. Я, короче, вот так сделаю. Я перекрою вход и насрать мне вообще. Ну что, получилось? Ни хрена не получилось. Зато нормально платят, слушайте. Это прекрасно. Вот. А вот и мой округлятор. Привет, дружище. Все, работай тут. Работай тут, у тебя куча будет пациентов. Ты будешь этому рад до усрачки. Ну, я плюс-минус с очередями разобрался. Сейчас они тут что-то сделают, и будет хорошо. Теперь нужно подумать о переломной. Но это уже явно нужно делать еще один блок. Вот этот 30-тысячный я, наверное, куплю, потому что... 60, наверное, мне пока не по карману. И может быть даже у меня есть кабинет уже готовый, нет? Есть, ломай меня. Я буду это делать. Нам нужен еще персонал, кстати, нанять персонал. Так, мне нужен уход за больными, наверное. Подожди, стой, я правильно понял? Не написано... А, ну они, короче, повышают настроение с больными. Вот, и можно взять двоих... Вот раз. Ой, да, туда он не ставится. Сейчас, есть идея, короче. Есть идея, вот это у нас будет товарищ, который будет работать. Может быть, даже пока один. Почему нет? Вот, покупаем этот участок и копим деньги на переломную. Что-то их больно много поперло ко мне. Уж больно много их поперло.
Псих разрывается, бедняга, скоро спирт искать начнет от количества пациентов. Это точно, 100%. Только их теперь два, так что они смогут им делиться. И да, я его скопировал. Я просто перепугался, думал, я, может, немножко тут с отоплением, которое холодание, обосрался. Но нет, все нормально, все хорошо. Вот, все, копим бабло. Я точно знаю, что я в плюсе, поэтому... Что? А, еще пикселизаторы поперли. Вот же ж, блин, иди домой. Нет пока у меня такого аппарата. Совсем. В принципе, если отсюда потом утащить вот эту штуку, ее, кстати, можно прямо сейчас утащить, чтобы она тут глаза никому не мозолила. Здесь мы вход вообще перекроем. Или не перекроем. Давайте вот сюда поставлю. Все. Чтобы она никому тут не мешала. Вот, мы можем также отсюда утащить кабинет обучения. И сюда можно будет поставить еще какие-то два кабинета. В общем-то, можно это даже сейчас немножко сделать, но не просто утащить его. Вот, я его пока сюда перенесу. А вот эту штуку поставлю вот здесь. Блин, надо было наоборот сделать. Какой я молодец все-таки. О, какой я молодец. А ну иди сюда ты. В жопу иди отсюда. Сюда пока. Вот. Чем ближе он ко входу, тем удобнее этим говнюкам будет в нем заниматься. И я не знаю, смогу ли я, но я очень попробую поставить сюда сортир. По идее, он туда должен влезть. Хотя бы с одной гребаной кабинкой. Где он у меня был? Нет, не влезает. Ну и в жопу тогда его. Здесь будет пустое место. Спасибо за классное здание. Левел-дизайнеру респект и уважуха. Можно психа увеличить, но это бред. Прям бред. Ну, Евгений, спасибо за эликсир. Милика, и тебе. Ну что, ты кого-нибудь вылечил, нет? О, у него вообще не получается работать. Слышь, чувак, давай... Не знаю, давайте терапию вкинем. У тебя второго уровня есть, давайте... Блин, я бомж, все нормально. Нету денег пока. Они дохнут, как мухи здесь. И я не могу из-за этого вылечить гребаный кубизм, понимаете? Вот. Еще хирурги потребовались. Ну вообще классно. О, где же мне столько денег-то взять? Ну ладно, вернемся к старому плану. Сначала ломай меня поставим. И она, кстати, почему-то... нормально я такое здание сделал. Вот. Давайте немножко... Ну что ты бесишь-то меня? Ты же можешь туда вставляться. Это мы продаем. Так, я вижу, что ей мешает. Это в жопу иди. Вот, теперь я могу сюда дверь поставить. И раз уж у меня освободилось место, сюда можно воткнуть кондишн. Вот, и, наверное, сюда вместо батареи. А, он вместо батареи не встанет. Вот, падла. Вот сюда встанет. 27500. Ждем. Ждем бабло. Ставим переломную. Давай, бабло мне. Дай, спасибо. Все. Есть переломная. Теперь надо охлаждением заниматься. И всем остальным барахлом. Так, им 100% там нужна будет еда, питье. Прям 100%. Они просто сдохнут, если я им не дам этого. Ну, сюда, кстати, можно терапевта одного запихать потом будет. А чё, пускай сидит. Все, охладили. Охладили холодильниками, все. А где еда моя? Вот она, привет. Ну вот, допустим, вдоль этой стенки поставим. Проще найти. И помоечку, пожалуйста, вот сюда. А, ну да, Соник. Ну, как-то неудобно получилось. Не по центру, знаете ли. А, ну да, все, приехали. Деньги дайте мне. Еще деньги дайте мне. Кто-то подох опять, все нормально. Все, все зеленое. Все прекрасно, у них должно быть. И у меня, по идее, сюда должен прийти товарищ, который занимается переломами. И мне нужно что-то с туалетом решать.
Вопрос, куда его поставить? Ну, допустим, он пока постоит здесь. Потом, пока я не решу, что с ним поделать. Но вообще, конечно, его надо сделать меньше. И, блин, ну да, зря я, конечно, его сделал. Иди в жопу, короче, туалет. До свидания. У меня есть туалет. На два блока. Хороший, аккуратный туалет. Я ушел в минус, потому что попробовал поставить неаккуратный туалет. Вот у меня какой есть. Смотрите, четко входит и выходит. Его даже здесь можно расположить. Вот, сюда отлично встанет. Давайте сюда. Отличный туалет. О, спасибо за победу, Алексей, Милика, Женя. Спасибо вам. Да, здравствует, туалет. 7200. Так у меня есть. Алло, ты че? А че он мне не хочет ставить? А? Говорит, что иди нахрен. Что-то ему явно не нравится. Да подожди ты. О, теперь все нравится. Я не знаю, что это было, но он не хотел ставиться. Но теперь поставился, и все хорошо. Я вот единственное, знаете, что? Не пойму. Да, блин, ты задолбал. Эпидемия ловкости. Опять. На. Так. На. Тебе на. Тебе на. Тебе на. И тебе на. А, еще 6 зараженных. Тут никого нет, по-моему. Ну и где они? А? Так, этого я уколол. Во! Этого, по-моему, зря я уколол. Слушайте, они не все. Они некоторые просто... Во! Не все они так бегают. Один остался. Давай, проявись, а, тварь. Вот этот, по-моему. Нет, не он. Черт, мимо. А, это он срать побежал. Вот дерьмо. У меня осталось 9 инъекций. А, твою мать, они от призрака бегают. Его никто не хочет убрать, засосать, нет? Вот и попробуйте найди, пока он там летает. Нет, это был не он. И это был не он. Черт, одна инъекция осталась. Я не найду его. О, нашел. На, в жопу пошел. До свидания. До свидания. Знаете, что хочу сделать? Хочу взять моих вонючих санитаров, потому что они меня сильно раздражают. Вот, идите, ребята, и обучитесь уже нахрен правильному делу. Оба. Но это говно, они не умеют, понимаете? Это грустно. И давайте проверим их по зарплатам. Кто тут больше всего бесится? Привет. Вот твои деньги. И где-то можно было вот так делать. Вот, повышение зарплат сразу же. Все нормально. Да-да-да, вижу тебя. И тебя. Тебя. Все, теперь они себя хорошо чувствуют. Тут зато начнутся опять. Хочу уволиться, надоело работать, иди в жопу, ты херовый лорд, и вот это все. Так, у нас, что у нас есть? У нас есть хирург. Если я его не уволил, по-моему, я его уволил. Я сейчас проверю это дело. Блин, а можно им по скиллам-то проверить? Я так задолбаюсь их тыкать, прокликивать. Я его уволил, да? Я его уволил. Все нормально. Хирурга у нас нет. Но у нас есть в нем запрос. И еще у меня есть шокеры. И что-то кубы пропали странно как-то. Двух вылечили, кстати говоря. Это неплохо. Надо врача найти, который там работает. Я хочу повысить попозже его квалификацию, потому что у меня учатся охотники за привидениями. Давайте что-нибудь прокачаем. Лаборатория высокого разрешения второго уровня и округляемость второго уровня. Давайте округляемость бахнем, чтобы они эффективнее работали. Вот, а потом уже разберемся. Ну, вон, видите, летают эти твари. Мне нужны еще санитары. Иди убей его нахрен.
А, еще генетика требуется. Вот дерьмо. Слушайте, у меня все болезни внезапно. Еще черепахи подъехали. Давайте черепах тогда делать. Есть у меня готовые под черепашек? Нет, у меня только томограф есть. Кстати, томограф тоже тема. Но здоровая. Денег пока нет. Можно купить за 60 вот этот участок и сюда разместить это говно. Но я бы не хотел. Я хочу хотя бы первую звезду выбить. А мне надо 10 задниц этих выучить, вылечить в смысле. Может, анализ жидкости поставить? Я такое еще не делал, кстати. Давайте воткнем. Они будут быстрее делать свои диагнозы. И это хорошо. Ладно, один сервер. Только один. Все, один сервер. Один сервер. Сюда вот колечко. У меня, по-моему, диагностов-то хватит, по идее. Но я не уверен на самом деле. В анализаторе жидкости у меня... Надо сюда смотреть. Есть три человека. Можно нанять им в помощь еще кого-нибудь. Тупорыленького. Что-то я не туда тебя поместил, извини, пожалуйста. А, ну да, там все учатся. Ты будешь тоже диагност? Ты рада? Но не в палатах, не здесь. Вот. Все, теперь у меня 4 диагноста, один из которых тупой. Но это дело поправимое. Я потом поправлю. Его, кстати, стой, иди сюда. А ты будешь диагност 5, чтобы я не потерял тебя. Да, черепашки. Ну, короче, все болезни подъехали. Неплохо. Неплохо. Где только взять денег на все это? Хочется денег мне, знаете, очень сильно. А где их взять-то? Не, ну они идут, конечно. Идут не так быстро, как хотелось бы, но идут. И у меня тут пропал чувак. Может, есть кто-нибудь, кто хочет... Палата на выключение в переломной. Во! О, Ллойд! Привет, Ллойд! Ты ж такой же, как тот, только с более высоким скиллом. Вот, я его сейчас в переломной оставлю. А в переломной мы скажем, что здесь могут работать 2 человека. Вот так вот. Все, теперь здесь будут люди зарабатывать нам огромные деньги. Так, давайте, знаете, на что раскошелимся? На хирургию. Потому что хирургия, она хорошо зарабатывает по 20 тысяч денег. Я буду сейчас руководствоваться тупо заработком. И нормально. Все, тут тепло. Хорошо тут. Вот это надо продать. Батарею. Томограф. Райское наслаждение. 100%. Так, мне нужны младшие медработники, мне нужны врачи, хирурги. Ни одного чувака нет интересного. Так, вот, я начинаю формировать команду хирургии. Спасибо, Андрюх, тебе за поддержечку. Все, это будет ассистент хирурга, и теперь нам нужен сам хирург. Это не хирург, это говно на палке. Сейчас найдем хирурга, не орите. Все будет хорошо. И это здание тоже, с этим зданием покончено. К сожалению. Сюда уже ничего не поставишь. Можно вот сюда что-то поставить. А нельзя, тут дверь рядом. Вот говно. Я же говорю, тут так сделали здание, что отвратительно все это выглядит. Ладно, ждем хирурга. Джардин, привет. Спасибо тебе за херву гору эликсирчика. Да. Давай. Говно. Еще давай. Пока деньги пусть копятся. А там радиатор остался? Где? О, вижу, да. Спасибо. 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 Это плохо, да. Они не должны греться. Поближе на лечение кубизма. Сейчас посмотрим. Вот. Тут на самом деле не видно ни хрена. Да блин, как вы бесите. Санитары, вы вообще работать будете, нет? Во. Сейчас кто-нибудь придет. Тут на самом деле, да, смотреть-то не на что. Они заходят сюда, выходят отсюда уже округленными. Это такая отсылка к мухе. Смотрели фильм старый «Муха»?
У него были подобные устройства. Он в одно зашел, а во второе муха залетела. Он пытался сделать устройство телепортации, его там телепортнуло с ДНК мухи, и он превратился в это говно. Я проспойлерил вам все, что можно. Но посмотрите, очень прикольно. Если не смотрели еще. Так, ну что там, есть кто-нибудь? Нет? О, привет! Вот и мой хирург подъехал. И мы тебе сразу говорим, что ты вообще нигде не работаешь. Но ты будешь работать в хирургии, потому что сейчас получишь этот прекрасный скилл. Давай, иди. Хирургия. Все, погнали. Все, хирург у меня есть. Пиксели подъехали, да, надо пикселизацию тоже делать. Ну что, придет кто-то лечиться-то, нет? Что-то с кубизмом мало людей. А вот вообще-то немало. Давай-ка мы тебя отправим на лечение. Как это сделать? Никак. Да, они должны диагноз получать. Жесть какая жесть. Ну ладно. Я смирюсь с этим. В общем, будем посмотреть. Если кто-то придет в кубизм, я его обязательно посмотрю поближе. Черепаха-головы еще есть. Но это уже новое здание. Давайте сразу новое здание купим. Мне пока деньги некуда терять. Тратить, в смысле, да. Терять-то мне всегда есть куда. И здесь у нас будут лечить черепах. И сюда еще, кстати, можно какое-то помещение расположить. Я вот просто думаю, какое. Может быть, можно сюда убрать будет одну из диагностик. Или, например, второго психа сюда можно убрать. О, слушайте, да, это мысль. Давайте я уберу второго психа. А здесь мы поставим аптеку. Вот, а этого психа я туда перетащу. И у нас психи будут все в одном месте. Вот. А здесь можно будет поставить еще какой-то уровень диагностики. Вы заметили, да, что я ни разу не видел, чтобы кого-то перекрашивали. Я думаю, что у меня их и нет даже, этих чуваков перекрашивательных. Что печалит меня сильно. Пожрать-то у вас есть? Я вижу питье, но я не вижу еды. Надо им еды сюда поставить. А вообще, я бы здесь буфет упоролся, сделал. Я, насколько помню, здесь есть буфет. Но не тот, который прикольный, модульный, а просто ларек такой. Вот где он, падла, был? Вот, это как газетный киоск. Все, отбой. Все, отбой. Да, я думал, еду тоже продают. Ну ладно, значит, пожрете из автомата. Ничего с вами нахрен не случится. Не, кубизм не идут сюда. Им диагноз не ставят, походу. Мне много этих еще нужно. Блин, вы издеваетесь? Вы просто издеваетесь? Мне нужно говно ДНК, понимаете? Я охренею сейчас от этого ДНК. Ждем бабло. 131 тысяча? Подождите, с ДНК немножко повременим. Что-то у меня с ДНК проблемы. Да в смысле негде поссать? У них есть тут туалет, у них есть тут туалет, у них есть... У них будет тут туалет, но здесь его не будет. В этом микрокорпусе его не будет. Тут дойти 3 метра, пасут как-нибудь. Может, даже покакают. Что, навернулось, что ли? Чинить незамедлительно, а то сейчас загорится. Вы что, дебилы совсем? И прокачать. Классно, да, деньги коплю. Взял, прокачал за 20-ку. Вот я молодец. Да, 130 тысяч кабинет. Нормально я там упоролся в бабло. Да я помню, что там серваки, да. Но без них как-то круто. В смысле, наоборот, не круто. Вот, там, конечно, их... Это я так... Да. Ладно, можно их продать. Вот, давайте их продадим. Фиг с ним. А что такое-то, я не пойму. Алло? О. Да. Все нормально. Так и должно быть. Я здесь продлю. Мы туда ничего не поставим. Можно серваки убрать. А, еще вот картины, да? Да, блин, ты задолбала. Дай мне картину-то взять. Вот попробуй ее зацепи. Она же не цепляется. Неуловимая картина, мать ее. Это я, по-моему, да. Я добивался какого-то определенного уровня, там было задание. Поэтому у меня все здесь так странно выглядит. 91 тысяча будет стоить мне этот кабинет. Но если я пару... Серваков про 70, 61. Во, 61. Я не успел нажать. Ой, оп.
Да отпусти ты. Короче, 51 самый минимальный ценник. Если продать еще картины. Да, они, по-моему, не стоят нихера. Сотку. Они стоят сотку. Ладно. Тогда ждем 50 тысяч. И будет у нас ДНК. Но на да не будет у нас ДНК. Какая ДНК? У меня даже чувака нет, который ДНК умеет. Вот, смотрите, как делают кубизм. Вот так вот и делают. Оу. Как-то это не очень... Ну, в общем, да, я не удивлен, почему не получилось. Дружище, у тебя терапия. Давай к тебе еще терапию вкинем второго уровня. Мне надо уже наконец получить первую звезду. Да хватит жопу-то мять. И титьки тоже. Какие у меня еще есть кабинеты? Да, в общем-то, никаких. Хирургия должна заработать, кстати, уже. Да, вот она работает. Сейчас они кого-то лечить уже будут. И он заплатит мне 20 тысяч, независимо от исхода лечения. Вот это мне нравится. Лай, я хочу, чтобы ты заплатил мне 20 тысяч долларов. Даже если ты сдохнешь. Ну? Получилось, говорит. Ну вот, видите, 21 даже заплатил. Нормально. Мне вот мне нравится хирургия. Она классная. Она генерит бабло. Да как много в ги... Ох, они хотят прям, чтобы я это сделал. ДНКшность эту сраную. Они там так часто дохнут, как мухи сраные. Ну что, поставить что ли? А вот сюда не влезешь? Нет. Черт, такое большое помещение. Я даже не знаю, как тут правильно располагать кабинеты. Ну, можно, в принципе, даже так попробовать. Ну, давай, ладно, давай. Сейчас серваки продадим. Привет, ДНК. Есть кто-нибудь? Да никого нахрен нет. О боже, одни ублюдки просто. Как будто они специально чувствуют, что мне нужны кабинеты. И они такие... У него не будет кабинетов, у него будет одно говно. Мне нужно сюда обязательно поставить пару лавочек. И, естественно, поставить сюда кондишены. Там же дубак, в смысле жара. Вот, посмотрите, тут пекло, я бы сказал. И сюда. Все, теперь вам должно быть комфортно. Потом мы сюда еще туалет поставим. Вообще будете рады до усрачки. Так, ну ждем. Ждем человека правильного. Давай, я верю, что сейчас будет с ДНКшностью. Я не верю уже, все. До свидания. Давайте пока проверим, что ли у них все ли хорошо с баблом. Кто из них красненький? Вот видите, двое уже. Они прокачались, они такие: ой, как мне плохо живется без денег. Я его понимаю. Всем плохо без денег-то живется. О, уже три человека ждут. Терапия 2, пройден курс. Это хорошо. Может быть, теперь меньше будут дохнуть на оквадрачивание, чувачки. Ну давай, удиви меня. О боже, опять какой-то винегрет, а не врач. Ждем, ребята, терпите, короче, терпите. Мне еще пиксели подъехали, надо вот еще пиксели делать. И тут очереди в терапию. Походу, я знаю, какой будет четвертый кабинет, который я здесь освободил. Ха-ха, да, это будет весело. Ну хоть один, ну пожалуйста, давайте. Одного мне, терапевтика, и все, я же много не прошу. Кто-то сдох. А в кубизм идут очень мало людей, кстати. Вы заметили? Чё, голый, что ли? Ты, сука, чё? Ты нормальный, нет? А это вообще тетка. Я не очень понимаю, что происходит. Я таких не видел. Какое-то новое заболевание. Чё она с голой жопой-то? И не только жопой. О, давай прокачаем, не вопрос. Тебе надо, наверное, воткнуть терапию. Ты же лечишь, поэтому давай. Может, это поможет. Пока там прокачивают твое оборудование, ты получишь новый скилл. The
Блин, вот, конечно, да. Да, копим. Нет, своего не буду учить. Мне нужен... У меня все... О, опять. Мне нужен пустой врач. Пока не будет пустого врача, никто не зайдет в этот кабинет. Понятно? Никто. Никогда. Надо было терапевта-то нанять, кстати, сейчас. Я зря не нанял. Ну ладно, если будет еще один, найму. У меня кабинет, видите, пустует. Он отдыхать пошел. Ему нормально. Черт, ребята, ну вы совсем охренели. Ну присаживайтесь. Голожопая тетка, я вообще не понимаю, чего она сюда приперлась. Ей ДНКшность не нужна. Ей нужны психологи, психиатры. Давай. Удиви меня. Удивила, спасибо, спасибо. Так, сейчас, ребята. 3 секунды. А, 2 секунды, даже 4. Мне нужно... Где ты, друг? Отключить ему все и ждать, пока кабинет освободится. А я, наверное, не буду ждать, я его сейчас скопирую. А если я его скопирую, у меня денег не хватит, да? Ну-ка, иди сюда. Скопировать. Вставить. Давай, на самом деле, его сюда вставим. Не, еще есть бабло. Дружище, у тебя сегодня счастливый день. Ты вне очереди учишься. Мне очень нужен генетик. Давай. Эти люди сейчас будут ненавидеть тебя уже. Там уже 11 человек. Но генетика тоже нормально денег дает, насколько я помню. Поэтому с точки зрения инвестиций в безуспешное будущее, хорошо. Блин, опять не получилось оквадратить чувака. Ну и что мне делать? Ты долго там будешь исследовать-то? Вот опять пропала иконка. Нет, есть иконка. Не туда смотрел. Ну, в общем, уже близко, близко. Близко исследование, близко. Как и риска. Ну, я ж спасибо за ману. Ждем, короче, пока он выучится. Он один уже не выдержал, подох. Ну, бывает. Тут никуда ж не денешься от этого. Так случается. Надо сортир еще сюда обязательно. Где мой маленький туалетик? Вот он. Ну, можно мне кабинет, спасибо большое. Сейчас мы сюда туалетик поставим вместо одной лавочки. Ну, а согласитесь, это нужно. О, подожди, это получается и в том тоже батарея? Как интересно. Подождите, у меня есть проблема с туалетом. Так. Получается, в этом тоже жаровня, да? А они никто мне не сказали об этом, кстати. Ну, бывает, что. Лучше ж ведь, когда тепло, а не холодно, правильно? Все, генетика, курс пройден, сейчас начнут лечить. Тут, правда, мало уже осталось прийти. 17, 16, о! Давай быстрее беги. Куда ты побежал? Вы видели? Он убежал. Вот он бежит. Ты чё, тварь? Ты куда? А, это все нормально. Это не мой, все хорошо. Я думал, это мой доктор убежал, прикиньте. И никого нету с возможностью замочить привидение. Нужно выдирать сотрудника своего. Ну, допустим, тебя. Убей его. Тут их много уже. Да, блин, опять эта эпидемия. Так, что там? Ловкости опять. Ну, вот видите, смотрите, насколько он тупой. Его надо прямо рядом ставить, чтобы он понял, что его надо лечить. Вот этого надо. Оп. Стой. На. Эпидемия нахрен... распространяется. Зараженных 8. Так, тут никого нет. Тут смотрим. Угу. 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 Блин, я не пойму, этот пиксельный должен так ходить или нет?
Доктор, мне бы прививочку, чтобы завтра на работу не ходить. Есть у вас такая? Да вот, я как раз этим занимаюсь сейчас. Там вон, смотри, голожопая тетка опять носится. Спасибо тебе огромное, синоптик. Улучшаешь прогноз. Вот не пойму я, он такой быстрый или что? Не, он был не заражен. Так, ну здесь я не вижу никого, кто бегал бы быстро. Осталось 7 зараженных. О! А, нет, она просто сама по себе быстрая. Вот. Да чтоб тебя. Я даже не знаю. Во. Угу. Так, этих... О. Да, они тут все, походу. Ну, точно. Осталось 4. 3. Один. Да сраный призрак. Завалите призрака, я не понимаю, кто из них заражен. Может, он сдох, а? Ой, короче. Грёбаные мои сотруднички. Сраные мои санитарусы. Иди и мочи это говно. Молодец, теперь вот этого. Я сейчас эпидемию просру. Кто-то не выжил. Это нормально. Да, боже мой. Здесь вечериночка, да. Тут надо нового терапевта покупать. Я нашел тебя, тварь! На! Все, я выиграл. Молодец, я молодец. Так, давайте, короче, копировать кабинет. Все-таки я никуда не денусь от еще одного господина-терапевта. Ой, какое же убожество мне предлагают вместо нормальных-то врачей. Ужас какой, ужас. Давайте пока деньги, с деньгами разберемся. Это надо делать часто, оказывается. Вот у этого вообще настроение в жопе. Ну на, смотрите, денег дальше дал больше. Давай, настроение поднимай свое. Где сдохли? Непонятно. Ну где-то явно сдохли. У генетиков начинает падать очередь, что прекрасно. И это мне не надо. Давай мне нормального врача. Так, ну мы в плюсе. И причем плюс большой, и такой толстый, такой мясистый. Но они лечат... я могу решить проблему, если я поставлю. Если я поставлю... Не сохранен у меня в шаблонах, к сожалению. Но зато я могу так его поставить. Вот, если мы воткнем маркетинг... Сюда, например. Угу. Ну, давай так, а что делать-то? Воткнем сюда, короче, маркетинг. И закажем рекламную кампанию по этим чувакам, которые квадратные. Я поставлю 2 стола. Я не знаю, зачем, но я поставлю. Это сюда. Сейчас, надеюсь, что я найду маркетологов. Они, по-моему, врачи, да, должны быть? Или младшие сотрудники? Я вот не помню. Ну-ка, давай. Он не умеет, да, в маркетологанье? Не умеет, не умеет. Тогда давай домой, короче. Иди в жопу. Я попробовал, ты мне не понравился. Ты не умеешь. Ждем врачей. Да, с врачами у меня какая-то напряженка серьезная. Ну, а сразу начинаем мы. Сразу начинаем среднюю кампанию. Где мой... Кубизм. Вот, начинаем ее.
И ждем либо врача, который умеет. А, Дмитрий, ну, когда-нибудь. Знаешь, спасибо тебе за победу. О, Лола. Привет, Лола. Лола, у нас будет... Блин, мне терапевт ведь тоже нужен. Черт. Да, говно получается у меня. Ладно, ты будешь терапевтом, ты уж извини. Я понимаю, что мне маркетинг тоже нужен, но мне сейчас надо от этой очереди уже наконец избавляться. Так, а где Лола-то? Я куда ее поставил? Я поставил тебя, Лола, сюда. Привет, Лола. Я просто забыл ей сказать, что она ничем больше не занимается. Она должна заниматься только общей практикой. Никакой херней другой она заниматься не может. Поэтому теперь ищем нового врача, который будет не врач, а маркетолог. Я не знаю, почему... А подождите, они в администраторах. Во, привет. Давай. Я молодец. Я думал, что там врачи, а там админы же. Я там админы. Все, маркетинговая компания пошла. А есть еще один такой? Нету. Ну, я сейчас его научу. Привет, друг. Ты будешь сейчас познавать новые возможности. Маркетинг. Во. Теперь они мне нагенерят какое-то большое количество кубизма. Вы видите, он практически... У него никогда не получается вылечить пациента. Хотя у него уже вторая терапия. И сейчас, когда у меня закончится исследование, а оно, кстати говоря, почти уже подходит к концу, я смогу улучшить этот аппарат, большой и толстый. Если он уж тогда перестанет их лечить, это будет, конечно, эпик фейл. Где врач-то отсюда, я не пойму. Врач. А, вот она идет. У тебя там 15 человек ждет. Куда ты ходила-то? Алло. Гадина. Надеюсь, она вылечит. Потому что, когда я играл с генетикой, когда мы с ней только познакомились, она лечить особо не могла. Вот прям совсем. Но зато здесь не видно очереди. Зато у меня вот тут появилась очередь. Что, исследовали? Нет, не исследовали. Общая практика пройдена. Все, у меня теперь все кабинеты с терапевтами работают. Какой-то фонд Шар придет ко мне в гости. Но я что-то и не знаю, зачем он, почему он, нахрен он нужен. О, округляторская второго уровня есть. Качаем ее. Незамедлительно. Ну и что, давайте тогда прокачаем третьего уровня округляторскую. Пускай потихонечку это делают. 5000 это для одного исследователя довольно много. Но что ж поделать? Что ж поделать? Давайте-ка мы вот как поступим с вами. Мы вот этот кабинет продадим и поставим сюда тот самый кабинет, который очень дорогой, но он работал. Этот кабинет работал. Я вам точно говорю. Вот. Я надеюсь, что здесь у них будет шансов выжить больше. Потому что там куча серверов, видите? Должно сработать. Куда все делись-то, кстати? О, они решили покинуть мою больницу, да? Я до кучи еще могу эту штуку теперь прокачивать. Да, он дорогой, но он должен быть эффективен. Вот видите, один уже вылечился, но, по-моему, не здесь, а где-то в другом месте. Сейчас посмотрим, короче. А ты что пришел? Вы что делаете? Они друг другу мешают. Сейчас посмотрим, вылечит он его или нет. Ну, и не получилось, не фартануло, получается. А вот и кубизм подъехал. И уже даже очереди, смотрите, формируются. Сколько сюда людей? Один? А ты что здесь сидишь? Ты куда? А он в ДНК. Все понятно. Рекламная кампания завершена, сейчас будет наплыв. Наплыв кубиков, я надеюсь, будет. Потому что, ну это уже не смешно. Там всего 6 козлов надо. Вот, а у него опять не получилось. Теперь у нас второго уровня округляторская. Я надеюсь, что это поможет тебе, на твою мать, уже работать нормально. Сколько можно поубивать пациентов?
А, да, кстати. Да слушай, тут, наверное, не поможет. Батарейку-то... А что-то я не то продал, походу. Я картину продал. Здесь батарейку не поможет продать, потому что тут серверов-то хреново гора. Я не знаю. Она... Это просто вот... Просто мимо. Понимаете, как печально? Так, я понял. Нужно немножко... Немножко изучить, улучшить. Да дай мне комнату выбрать. Тупая эта игра. Как меня это бесит, я не знаю. Это очень сильно бесит меня. Ну чё? Так, мне нужен еще. Ну вот здесь что-то желтенькое уже проклевывается, но... Вот так хотя бы. Пускай будет. Я не думаю, что это была проблема смерти людей. Потому что здесь у нас нормальная температура. Он сейчас опять кого-то угробит. Я прям знаю, он сейчас угробит его. Это страшно выглядит на самом деле. О, он его не угробил. Но тут, видимо, какой-то рандомный сработал эффект. И вот у меня кубики идут, смотрите, вот они. Уже двое подошли. И я подозреваю, что вот еще третий, четвертый, пятый. Вон. Ну, короче, нормально пропиарили, нормально. Это эффективное дерьмо, на самом деле. Это круто. Пациенты находятся здесь по собственной воле и на свой страх и риск. Да, ты абсолютно прав. Я видел, там еще кто-то из шокотерапии был. И у нас, я смотрю, простаивает хирургия. А, нет, не простаивает. Кто-то приходит. И блюют, они постоянно блюют. Жесть какая. Ну, вот видите, не получилось уже квадратить. И врач ушел на отдых. Ну, ладно. Давайте черепашку, что ли, построим. Вот она у меня есть. И она, по-моему, даже здесь была, нет? Нет, не была. Ладно, придется заново собирать ее. Размером она 4 на 4. И вроде как она отлично сюда влезет. Здесь у нас будут черепашью хрень лечить. И мы поставим туда кондишн. Да, добро пожаловать в нашу задницу. Тут что-то довольно горячо у вас, ребята. Единственное, что я забыл здесь, это лавки и Соника. Надо Соника сюда притащить. Что-то тут, наверное, не очень им приятно находиться. Поэтому вот вам раз. И вы, допустим, пойдете сюда. Поэтому вот здесь два, три, четыре. Можно внутрь-то? Нельзя. Сюда можно только кусты, к сожалению. Ну ладно. Так, теперь нам нужен, получается, врач, который может там работать. И у меня есть терапия. И у меня есть... Ну вот этот, кстати, неплохой. Давайте его поставим. Он, конечно, не очень хороший как врач, но он делает хорошие вещи, понимаете? Вот. Работай, дружище. Давай. Хотя бы... Немножко денег пофармим, новую болезнь будем лечить. Пока мы ждем этих квадратики. Вот туда уже три очередь. Но врача нет пока, нету врача. Давайте еще одну рекламную кампанию на кубики. Среднюю. Где ты? Вот, кубизм убой, давай. Нужно больше рекламных кампаний, чтобы было больше кубиков. О, этого вылечили с первого раза. Неплохо. Неплохо. Я бы, конечно, еще одного врача нанял. Вот, но, да, не одни диагносты. Надо что-то получше найти. Да зачем сохранять шаблон? Тут и шаблоны сейчас насохраняешь. А потом тебе разработчики тупорылую опять больницу дают. И до свидания. О, опять... Так я же их вылечил, а что за говно? Странное дерьмо. Есть еще кто? Во.
Этот просто сам по себе резкий, как понос был. И это тоже. О! Ну дай ей вколоть-то, она сбегает. Черт, тут вообще ни хрена не понятно. Они реально просто с такой скоростью носятся сами по себе. А что за бред? Попробуй, что называется, вот... Ну что это? Почему она так носится? Что за херня? Как определить болезнь? А я все определил, нормально все. Все нормально, призраки призраками, голые люди голыми людьми. Странно, откуда только они взялись? Раньше такого не было никогда, этих голых придурков. Тем временем мы уже шестерых вылечили козлов с квадратами вместо башки. Мы лечим майнкрафтеров, товарищи. Это, по-моему, просто прекрасно, нет? Что-то их мало пришло. Они вон там шарятся, но им, походу, диагнозы все никак не могут поставить. Поэтому они бесят меня сильно. Ну ладно. Мы обязательно получим звезду. Но уже после перерыва, я уверен. Да, это уже должны прям, точно. Я даю папу, будем покушечки.